Добрый день, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Smokers Magazine, и в этом видео мы продолжим наши беседы на чайные темы. Сегодня в своем обзоре я расскажу об одном из самых популярных улунов – Фэнхуань Даньцунь. Это действительно один из самых популярных на сегодняшний день улунов, что сыграло с чаем не очень добрую шутку. Благодаря своей популярности Фэнхуань Даньцунь оброс массой всевозможных легенд. Не стану тиражировать их, скажу лишь, что чай хоть и собирается в пределах одного региона на юге Китая, поставщиков его в Чаочжоу немало, и по качеству чай может сильно различаться. Так что к выбору магазина, если вы соберетесь приобрести Фэнхуань Даньцунь, стоит отнестись внимательно. Аромат у чая утонченный, цветочный, с легким присутствием луговых трав и приятным ароматом молодого грецкого ореха. Этот аромат позже проявляет себя и во вкусе, игривой ореховой терпкости. Что касается заварки, то многие рекомендуют брать 5-7 грамм чая и заваривать его едва ли не мгновенным проливом, практически исключая момент настоя. Не могу назвать это ошибкой, но и полностью согласиться с этим тоже не могу. При таком заваривании уже 3-4 заварка практически теряет смысл. Чай хорошо раскрывается в аромате. Да, хорошо чувствуется практически фруктовая сладость. Это тоже есть, но та изюминка, за которую и ценится Фэнхуань Даньцунь, исчезает практически полностью, так и не успев раскрыться. И мы получаем ароматную, подслащенную и едва окрашенную воду, на мой взгляд. Что ж, это тоже способ заваривания, с которым я спорить не стану. Но все же попробуйте взять вдвое больше чая на ту же меру и дать ему шанс проявить себя, настояв хотя бы 2 минуты, проливом лишь ополоснув его. А дальше вы уже поймете, в каком направлении двигаться. Да, появляется легкая горечь, но она вместе с заметной, но не настойчивой терпкостью как раз и рисует привкус молодого грецкого ореха, о котором я говорил ранее. Аромат действительно становится сочным, и пусть в первых заварках сладости во вкусе нет, лишь в послевкусии она хорошо проявляет себя в аромате вместе с цветочными и древесными нотами. Чай получается достаточно крепким и насыщенным по вкусу, приятным, но все же не стоит чистить, не наслаждаться им из крупной тары. Здесь как раз очень важна мера. Ну а дальше все идет по плану, мягко, но довольно быстро стихая. После всего прочитанного ранее о Фэнхуань Даньцунь, я ждал от него каких-то неземных чудес. Ничего подобного не произошло. Какого-то сверхтонизирующего эффекта он на меня тоже не произвел. Но чай мне все же показался интересным. И не в последнюю очередь тем, что он все время разный. Каждый раз находится что-то новое. Пусть не великолепный, но хороший улун. Вот, пожалуй, все, что я хотел рассказать об улуне Фэнхуань Даньцунь. И если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Обязательно подпишитесь на обновление канала, чтобы не пропустить наши следующие чайные церемонии. Спасибо за просмотр и до встречи на канале Smokers Magazine.